Христос посреди нас, мои родные, любимые христолюбцы, все братцы и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе, всем желаю возрастать по внутреннему человеку, возраст мужа совершенного по образу Иисуса Христа. Давайте помолимся, и я кое-что поговорю. Господь мой, и Бог любовь наш, Иисус Христос, слава Тебе, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, я благодарю Тебя за все, за всю любовь Твою, за все, что Ты подаешь нам каждый день, все потребное для жизни, радости, веселья и уподобления Тебе в святости, любовью к ближнему, через добрые дела любви ко всем и каждому. Отвернувшись себя, самого себя, всеми твоими дарами и талантами для твоей славы, чтобы все видели свет наш, свет наш добрых дел и прославляли тебя, Господа моего и Бога нашего, Отца и Творца нашего, заботливого и любимого родителя. Слава тебе! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Господь мой, Бог наш, Иисус Христос, благослови, пожалуйста, эту трансляцию, уста говорящего и уши всех слушающих, и блаженные руки всех печатающих, да прославишься ты в последнее время пришедшего плоти, Господь мой Бог наш, и открывший нам имя Твое, которое есть любовь всеми своими благодеяниями к человеку. И да откроется помышление многих сердец, как когда-то открылось и мое. И узрит всякая плоть, славу и величие в кресте Твоем, любовь Твою, о а воскресении Твоем, еще и божество Твое, а вознесение Твоем, оставленный нам, дарованный тобой от начала всем людям, дар свободы, дар свободы выбора добра и зла. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господь и живой Бог наш Иисус Христос, Бог любовь, всегда посреди нас был, есть и будет до скончания века. Ну что, я хотел еще раз, знаете, я хотел зафиксировать немножко по поводу Слова Божьего. А то я как-то поговорил, я сделал в прошлый раз, кто смотрел уже ролик с Библией или Словом Божьим, я сделал упор на Ветхий Завет, вот чтобы показать вам это, просто чтобы не быть голословным. И немножко там затронул, конечно, и новый. И вот еще кто ролик смотрел про неверующего, нелюбящего Иисуса, там я тоже кое-что сказал, но вот я там, считаю, не до конца договорил. Хотелось бы мне еще более уже... Ведь наш же Бог Иисус Христос, и я сам вот именно призываю, получается, на его слова прежде всего обращать внимание. Но в том ролике хотел вам раскрыть вот эту ветхий завет, показать некоторые вот эти нюансы на основе книги там Руфи, эклезиаста, Исфири, там, ну и подобные есть еще. И вот самый яркий пример, ярчайший пример, и дальше ходить просто некуда. Ну, вы все помните, как я люблю восхвалять и восхищаться Евангелием Иоанна Богослова. И вот в 10 главе Евангелия от Анна Господь говорит, стих реально можно вырвать из контекста. Вы можете, я не буду даже на экране целиком приводить, чтобы место там не загораживать. Потому что, ну я вкратце, конечно, скажу, если так начать, там с 33 стиха 10 главы, я вот опять на бумажке чуть-чуть выписал. Там идет, когда как раз Господь в очередной раз там себя объявляет Богом, да, что он отец одно его иудеи говорят что собираются побить камнями за богохульство за богохульство а, ну они берут побить его камнями и Господь их а, вопрошает говорит за какой из каких из за какое из добрых дел хотите побить меня камнями они говорят не за добрые дела а за то что ты будучи человек делаешь себя богом ну понятно что если я бог вы знаете, как особенно атеистический мир любит, то значит, я не верующий. Естественно, атеисты ставят себя богами. Выше нету, все, меня. Я бог. Если ты бог, значит, ты не веришь в бога, значит, бога нету. Да? Вот. А они и говорят, они все правильно говорят. Ты, будучи человек, они же не исповедуют его богом. Делаешь себя богом. Не сыном Божьим, не равным. Там по Иоанну Богослову, вот именно, конечно, Евангелие Иоанна Богослова, Иоанн Богослов передает именно те, концентрируют всегда слова Христа. Это не значит, что он Богослов их говорит. Он передает слова Христа, но так чудным Духом Святым написано Евангелие, что синаптические Евангелия не делают на этом акцент, больше делают на Сыне Божьем. Хотя я вам когда-то как бы показывал эту красоту написания, что Марк это как бы Евангелие там, Просто вот Иисус, начало Евангелия Иисуса Христа, да, хотя там, понятно, Сына Божий. Матфей расширяет это как бы, ну, просто он рубит сразу, вот начало Евангелия Иисуса Христа. Матфей там родословный, да, показывает до сына Авраама, да, Лука показывает, что он Сын Божий, да, то есть вот так растягивается. А Иоанн Богослов, как всегда, Альфа, Омега, первый, последний, начало и конец, он... Вначале было слово, и слово было у Бога. И даже свое послание он также пишет. Ну, тоже, да, как он пишет-то. Что же у меня из головы-то вылетело. Ну помните, да? Как оно начинается? Ну, тоже, что вначале был свет. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, да? Ну что ж такое, господи, положи мне на сердце. А, о том, что мы видели от начала, что слышали, что осязали руки наши. О слове жизни, ибо жизнь явилась. Слава тебе, Господи! Слава всегда, за то, что подаешь все просто и без упреков. О слове жизни, ибо мы видели и свидетельствуем, что он есть. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вот. И он, конечно, там во всех главах, это все прям... Если Евангелие перечитывать, конечно, там Христос показан явным сущим Богом. И вот в 10 главе, когда они ему это говорят, Иисус отвечает им. И вот сейчас будьте внимательны. Я этот стих помещу вот на экране, следите за текстом. Иисус отвечает, не написано ли в законе вашем, цитирует, я сказал, вы боги. Это 81-й псалом, 6 стих. Ну, видите, он даже не продолжает, хотя, если прочитать... Кстати, Псалом сейчас вы тоже увидите на экране. Очень вы поймете. Обязательно, если есть ссылки на эти издательство, желательно их знать. Посмотреть, куда отсылается. Псалом очень намного намекает. Но это если вы там... Мы сейчас просто не об этом. Мы сейчас не о божестве Иисуса Христа сегодня говорим. Поэтому ну, я покажу и Псалом. Там-то, если бы мы говорили как раз о божестве Иисуса Христа, конечно, мы бы рассматривали. Но, вы знаете, говорить о божестве Иисуса Христа вырыванием из контекста вообще, по сути, такое невежество, и я даже не знаю, как это еще назвать, потому что там это не то, что ссылками назвать, все Евангелие о том, что Иисус Христос Бог. Просто это открывается человеку не сразу, он не сразу все это видит, он не сразу видит, как Господь власть свою показывает. Вот. На самом деле, кто увидит, кто вот так перечитает, помните, я вам говорил, а, про то, что он все несколько раз воздал а, благодарение Богу. В основной своей массе, где-то на 80%, он все время говорит: Я. Выйди, иди, прощай. Он все несколько раз воздал, итог говорит: Я это сделал не для меня, а для народа. В основном 80% он делал как будто как будто сам, как будто своей силы, не силой у Бога. Мы все просим у Бога, мы все делаем именем Божьим, а он делал все сам. Это прям видно. Но это когда уже человек возрастает, христианин, он это потом все видит. Вот, это бесподобно. Но мы сегодня не об этом. Поэтому я говорю, главный этот стих, и единственное, что из него, из псалма я люблю добавлять, что Господь сказал им, не написаны в законе вашем, я сказал, вы боги. И что ж то, что там надо хотя бы стих дописать, и сыны, и сыны Всевышнего все вы, ну и дочери, значит, и дети, можно сказать, и дети Всевышнего всем. Это действительно важно, интересно и на сердце отрадно и мило от этих слов. Вот. Но там еще есть псалом интересен, но он тогда больше уже к этой теме, что Христос Бог, а не к этой сейчас. Если он назвал богами тех, которым было Слово Божье, и не может нарушиться Писание. Ну и дальше опять... Конечно, тут диалог идет о божестве Христа, но мы из этого стиха реально... И причем этот стих, я почему беру, просто самый яркий. Во всем Писании Христос, никогда говоря о Писаниях, и здесь я сейчас не буду все эти ссылки собирать, это не, у, не, не, о, не на горных проповеди формат, вы видите, как Господь на, на два слова стира, ссылается. Нет, не на два, сколько? Четыре слова. «Я сказал, вы Боги». Все. Вот, и мы сейчас с вами сидим не за компьютером, и на такой формат я как бы не концентрирую все. Везде, Господь, если вы проследите этот момент, ну, такого характера ролик я буду на Христолюбе записывать, прям под подборку сделаю, Господь все время говорит в Писании или в Законе. И здесь, я просто говорю, идеальный стих, запомните, Иоанна 10, 35, 34-35, два стиха. Это полный ответ на то, как надо не только проповеднику, это надо любому христианину познавать это и выражаться правильно. Я сейчас объясню тоже, почему свою мысль-то. И здесь написано, не написано ли в законе вашем, цитирует закон. И еще, я для чего, вернее, в псалом помещу, вы увидите, как я тексты свои делаю. Там же в псалме всего несколько слов как бы от псалмопевца этого Асафа. Я, честно, забыл и даже не выписал себе, да? Но вы на экране видите, я оранжевым, что в Ветхом Завете, что в Новом, всегда выделяю... Вот как раз я выделяю слова Бога. Христа или Бога в Ветхом Завете. Диалог Бога там с пророком, еще с кем-то, неважно. И вот вы посмотрите на Псалом-то. Есть место где, а потом пророк. Ведь это пророк. Там же... Посмотрите, как Псалом... Я жалко его сам-то, я его не помню, как он там... Псалом Асаф и что-то он там и... Бог богов, сонми богов, что-то, ну вы видите на экране, и это именно Бог говорит. В Ветхий Завет написан, да, там есть слова Божии, есть пророк изрекает слова Божие, но он перед этим говорит, Бог говорит, иди скажи. Надо вот так читать, сейчас мы об этом коснемся. Вот, поэтому это именно Бог говорит. Пусть через человека, потому что воплотившийся Бог был только Иисус Христос. Вот. И там мы видим, либо, конечно же, пророк передает, что мне Бог сказал, я там был где-то, мне сказал Бог. Мы верим этим пророкам, да, что им были откровения. Вот. А мы же тоже, не... вот Христа-то вообще мы во плоти видим, а они как бы слышали голос Божий, его передавали. Им Бог сказал, иди говори. Они говорили, так сказал Господь. Да. И мы либо их должны во вранье уличить, либо поверить в это. Вот. Поэтому, видите, не написано ли в законе вашем, и вот эти в законе и в Писании Христос употребляет всегда. Никогда в жизни он Писание не назвал Словом Божьим. Никогда. И более того, говорю, какой чудный стих, чтобы мы понимали, и, и чтобы вы мне-то не верили, я вам всегда это все показываю, что я учусь у Христа и из Евангелия. И люблю, когда меня поправляют, но по Евангелию, по Богу, а не по своим похотям, и а не по каким-то там учениям человеческим, это мне не надо. Если я ошибся где-то в писании, да я с радостью буду совершенствоваться. Если он назвал богами тех, которым было слово Божье в законе вашем, ну вы же видите текст, он прямо у вас ярко на экране. Тут что тут надо толковать, что тут надо складывать? Так Христос выражается, и уж тем более проповедник. Это вообще-то должен каждый христианин понять, и уж тем более проповедник. Это печально, если проповедник этого не понимает и выражается неправильно. И не может нарушиться Писание. Но ну, в синодальном Писании как с большой буквы, и в принципе правильно уже. Но смысл, если вы посмотрите, надо мне вот тоже тут язык свой подсовершенствовать, вот все время филологи, как там, то есть переводы смысловые, слова этого, слово там графе стоит греческое, оно обозначает написанное, что-то написанное опять, да. Вот. Ну, и с с большой буквы. Но ну мы с вами можем уже писать писание с большой буквы в синодальном периоде, правильно написано? Потому что мы 2000 лет после Рождества Христа живем в воплощении его жизни, смерти, воскресения, вознесения. И, конечно же, у нас есть уже собранный канон, все согласны, что это боговдухновенные писания. Все согласны, да. Поэтому тут уже одним словом, по сути, Христос как бы про это же говорил. В ваших писаниях, которых вы читаете в синагогах, считаете боговдухновенными. Они и евреи также считали. Павел ничего нового не придумал и ничего нового не вкладывал. Вот. Поэтому что мы тут видим-то? Что в Библии, потому что вы хотите сейчас вот так, очки надену, и как умный профессор, начнем рассказывать, что в Библии есть книги пророческие, законнические, исторические. Там. Ну, Библия, ладно, есть у нас Библия, хорошо. Вот в Библии. То, что в закон, там есть закон, книжки закона, а есть не книжки закона, есть исторические, пророческие. Да? Все это названо Библией. Библия с греческого писания, написанные книги, книги. У нас библиотека есть. Она у нас слово ассоциируется, правда, опять теперь с каким-то зданием, а библиотека в доме ассоциируется со шкафом, ну, естественно, да, с какой-то материей. Вот. И вот эти писания Библии у нас теперь ассоциируются с книгой, естественно, набор текстов священных, да, Бога Все Христос сам объяснил. То есть там есть Слово Божие, есть. Христос, как правильно говорит, в законе вашем. Мы должны также говорить, если ты цитируешь что-то из Ветхов за это, тем более ты помнишь, откуда это, постарайся язык свой привести в порядок. Что да, в би, э, проще чем в Библии, в, в книге Иова, так ты скажи сразу, ты в книге, потому что Библия – Библии это набор книг. В книге Иова там Иов говорит, а Бог ему отвечает, вот будет понятно человеку, где Иов что сказал, где Бог. А то я говорю, я вот слушаю сейчас, да, я понимаю, невежественный человек даже на это внимание не обращает, поэтому ему лапшу вешают на уши, он все это кушает. А я слушаю не то, что мне там ухо режет, да нет, я не придираюсь к этому, тем более человек может быть молодой проповедник, я сам молодой, да, может быть невежественный, может быть случайно оговорился, да, может быть действительно ошибается, заблуждается, да, пока, но, ну, знаете, когда это говорят профессора какие-то там очень умные, очень седые, вот с такими бородами или просто вот с такими там стопками дипломов всяких, колледжей, то у меня, как бы, знаете, возникает вопрос, он вообще понимает, что он говорит-то? Я вот слышу, меня это режет слух, и не режет не потому, что я блажь какую-то устроил. Меня это просто, знаете, что напоминает, я такой простой образ. Вы все помните, как родители нас, где-то там в лагерях эти тренера, еще что-то говорят. Вот ты три раза, если начнете дурачиться, я тону, я тону. Помните, нам говорили, когда ты будешь тонуть, да помните, были яролаж какие-то поучительные истории, или еще где-то, да, что вот действительно, ты 10 раз крикнешь, я тону, действительно будешь тонуть, будешь кричать, и никто тебе не поможет. Вот это то же самое. Господь, Сло... он говорит, слово Божье, слово Божье. Я вам дальше скажу. Вот здесь слово Божье, вы на экране видите, если не забуду помечу, это опять то, то слово логос, а не ремата. Потому что хоть вот это графе описание, то есть уже как графе, уже на, именно какие-то бумажки, вот, то есть ремата, это вообще одно слово. Графа это, по сути, опять набор слов или предложения или какие-то, да, целое пись, какое-то письмо, целая хартия. А ремата это одно слово, словосочетание, да. А вот логос, логос, то есть был логос Божий, понимаете, к народу. И кто-то его потом, когда пророк, этот логос Божий, он был через пророка логос Божий, мысли Божия, ну или слово, он-то слышит, мы даже если в уме слышим, как бы, мы же все-таки голос Божий слышим, мы так называем, действительно, слово Божие, потому что мы же его слышим, пусть и в уме, не через внешнее ухо, а, так скажем, через внутреннее. Мы это простым языком, наружным, называем тоже словом, но мы слышим-то голос Божий, ну а голос, значит, слово. Ведь мы не говорим, мы его мысль слышим или чувствуем. Это нормальное выражение, но надо понять, что голос Божий был к пророку, пророк его говорит, он говорит, через как бы пророка было слово Божье. Да, и потом вообще кто-то это записал, может быть сам этот Асав или где-то другой там. Кто эти книги писал, вообще неизвестно, может быть сам этот пророк. Это может, мог писец записывать или как он там назывался. Ну, как сейчас стенографист есть такое слово. Или стенографистка, женщина. Ну, стенографист, неважно, бывает профессии без, без пола, без рода. Вот, понимаете? Даже вот это насколько важно. Господь говорит, как бы действительно, Иоанн Богослов делит эти слова. Я почему обращаю внимание, кстати, именно так явно делит эти слова Иоанн Богослов. Римата, Логос, Графе. То есть слово, Писание, слово написанное, слово как слово Божье. Логос, его мысль, его премудрость, его, да, обращенная к человеку. Есть графе, Называемое вот это Писание, по-нашему, это можно как Библия здесь. И не может нарушиться написанное в Библии. Да, ну что нарушится-то? Слово Божье не может нарушиться в Библии. А если там согрешал кто-то, это не значит, что мы должны так же поступать, как просто в Библии рассказан какой-то случай. Если даже Бог молчал, и там не сказано, что это плохо, это не значит, что это хорошо по русской пословице. Что если Бог молчит это знак согласия. Нет, вы помните, я вам показал через 49-й псалом, что если Бог молчит, когда человек согрешает, это не значит, что он такой же, как мы. И это не значит, что это есть хорошо. Это не есть гуд, как говорят на американском языке. Господь сказал, что если я просто, я жду твоего покаяния, потому что если я тебя восхищу, умертвлю, сниму эту кожаную одежду и на суд Поставлю и облечу перед тобой, перед глазами твоими. Все грехи твои, куда ты денешься от меня? Кто восхитит тебя из руки моей? Понятно, да? Вот я попытался. Я надеюсь, что. Мы все время так. Я говорю, думаю, что это блаж. Да нет, не блажь. Я говорю, ты цитируешь, ты 20 раз процитировал, тебя кто слушать, никто не будет. Слово Христово, значит Христово. Павел говорил, если ты тем более помнишь, что ты Павла цитируешь, надо сказать. Я говорю, я сам погрешаю, но несознательно, честно вам, братья и сестры, говорю. И даже в несознательном грехе покаюсь, когда мне. И также я путаю и, и, и автора, да, действительно, просто в разговоре цитируешь. Петр сказал, сам о Петре говорю, вернее, о Павле, а говорю, Петр сказал. Но это уже просто разговорная речь. Да, если бы я писал статью, я бы заметил, конечно, я бы подправил. Но уже, как говорится, слово не воробей, вылетишь, не поправишь. Вот. Эти монологи, свои там беседы, я многие, я некоторые прослушаю, бывает, если там монтирую, а некоторые бывает, я так выкидываю. Соответственно, я не слушаю и не пытаюсь, осознать, знаете, как есть некоторые свои ошибки, даже там текстом подправляют. Я не заморачиваюсь на это. Вы все-таки должны сами читать. Я говорю, я это делаю несознательно, допустим. Я же понимаю, что я о Павле говорил, там, о каком-то вот его контексте. Причем говорил много раз и случайно просто оговорился. Это оговорка даже. Потому что только что говорил 10 раз Петр, что я Петра послание. Рассказу-рассказу, там, бац, Павел пролетел. Ну, Павел рассказал, ну, Понятно, что я имел в виду Петра. Вот. То есть это важно. Это важно для любого христианина должно быть. Что сам он читает, что другому передает слова Христа. Нам, вы помните, Господь что заповедал? Ну что заповедал Господь? Сказал, идите, научите все народы к чему? К чему я научил вас? Понимаете? Соблюдать все, чему я научил. Не Павел, не Петр, не Иоанн Богослов, не пророки, не Моисей, а чему я? Христианин идет, благовествует и передает соблюдать все, призывает покаяться, чему научил Иисус Христос, это огромная разница. Он не Библию соблюдать нас послал, ее отродясь еще не было того канона, ни одного Евангелия написано не было, ни одного послания еще апостолам, когда Господь им это возносясь говорил. Послание апостолов – это послание апостолов, это послание людей. Мы там смотрим, они тоже сами, там нет слов Божьих вообще. Если вы посмотрите послания новозаветные – Почему я говорю, слов божьих в Библии хорошо, если процентов на 5 наберется. Вы сами это понимаете. Сколько повествовательного контекста, сколько соединительных слов, причастий, всяких местоимений и так далее. Возьмите один Новый Завет. Четыре всего Евангелия. И книга Деяния, где там еще хоть чуть-чуть слова Божьи проскальзывают. Все, в посланиях вообще нет слова Божьего. Ни у Павла, ни у Петра, ни у Якова, ни, ни у Иоанна Богослова, ни у Иуды, ни у кого нету. Еще возьмите сколько повествований, сколько слов а, других, а, а, как назвать-то, но ну, всех участников Евангелия, когда мы читаем. Вы выберите слова, одни слова Божьи, сколько их там получится? 10% в 5, 2% из всего Нового Завета. И это очень важно, очень важно. Вот. Что дальше хочу сказать? Что я хотел сказать-то? Я хотел сказать, как понимать, что-то там сейчас, сейчас, сейчас. А, ну это я закончу. Я хотел обратиться к Анну Крестителю. Я как-то это где-то в каких-то роликах обманывался, но здесь самая тема опять вспомнить. Когда Ян Креститель говорил, всякий холм да понизится, всякий ров да наполнится, исправьте пути, сделайте прямыми пути Господни. Стези, пути, слово одно и то же. Стезя, путь. О чем он говорил? Вы помните, Господь, Ветхом и именно Господь, именно Бог, Ветхом Завету, еврейскому народу говорил, еврейскому, израильскому народу говорил, не прибавляйте, не убавляйте к моим заповедям, к моему слову, к моему слову, и, и не уклоняйтесь ни налево, ни направо. Я вам говорил, что это значит. Это значит не прибавлять, не убавлять к словам Божьим, он, вернее, сам это сказал, вот и мы к словам. Христовым ничего не прибавлять, не убавлять не можем. И идти мы должны ровно по ним, что не уклоняясь ни налево, ни направо. Ибо Господь есть путь истинной жизни. И как он и сказал, вы знаете путь. Чего вы меня спрашиваете? Они спрашивают, он вы знаете, я есть путь истинной жизни. Вы помните, на прощальном ужине он это говорил. Что символично символьно с этого начинает Ян Креститель? И к нашему поколению это прям идеально подходит. Идеально. Вот сейчас прям надо как креститель выходить ко всем конфессиям и кричать. Всякий холм да понизится, всякий ров да наполнится. Вы свои учения срубите под корень эту гору экскаватором и выкиньте весь этот мусор. Весь этот мусор человеческих преданий. и, и свою дырку, ров свой, наполните чем? Водой из источника живой воды Евангелием наполните и начните наконец-то пить из нее и идти каким путем, не уклоняясь ни налево, ни направо. А в чем ты уклонишься? Иисус Христос, я вам все напоминаю, это Бог, имя которому любовь. Я его образ и подобие. Не уклоняться ни налево, ни направо, это значит не, не усомниться, что Иисус Христос Бог и что Иисус Христос любовь. Если ты в двух этих вещах, в одной из этих вещей усомнишься, ты пойдешь. Ты усомнишься, что Иисус Христос Бог, ты падешь. Перестанешь верить в Него, все, ты падешь. Скажешь, зачем мне вообще все это? Это камень основания, вера, фундамент. Наш камень, который мы положили. Если ты усомнишься, что Христос это любовь, ты падешь. Ты начнешь осуждать, злословить, обличать, поносить, судить и убивать. Этим все закончится. С сжиганием еретиков, всех неверных всех посягатель на моей собственности, все, 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 ты забудешь. А любви к врагам ты вообще не вспомнишь, ты скажешь, что это ересь несусветная, что Богу и Егове, Иисусу Христу все вместе ты смешаешь в одну кучу, нужно, как и Аллаху и всем подобным богам, рубить всех налево и направо. Ни о какой любви к врагам ты забудешь просто. Ни о каком кресте он у тебя больше никогда в жизни в глазах не всплывет. Ты только этим крестом, как великий царь Константин и все его христолюбивое воинство, и все еже с ним потом до нашего поколения, будешь во имя Бога убивать, служа Богу. Во имя Христова убивать, служа Богу. Если ты упадешь в одну из этих двух вещей, во-первых, ты упадешь и во вторую. Если ты забудешь или отречешь, что Христос есть Бог, или что Христос есть любовь, в одной из другой пады они взаимосвязаны. Ты отрекся от Бога, ты отрекешься от любви. Ты отрекешься от любви, ты отрекся от Бога. Все. В одной из этих вещей ты дашь слабину. Все. К, этим, ничего, к этому учению, что Иисус Христос, Бог и любовь, ничего не прибавляй. Не прибавляй и не вздумай что-нибудь убрать. Христос не просто Бог. Христос не просто любвеобильный человек. Иисус Христос – это Бог, имя которому любовь. Ты человек, его образ, сын отца, его образ, род его, ты его род. Ты точно такой же, как он. Ты не человеческий род. Ты рода божественного человека. Помни это. Потому что Христос воплотился. Это сущий Бог. И ты можешь уподобиться ему. В святости. Это святость в любви к человеку. Ибо он любовь. Он любит нас и весь мир. Любовью к человеку ты подаешь ему. Ты прибавишь что-то к этому вот вера, учение. Или убавишь. Ты пойдешь ты уклонишься, это в теории, это теория, вот вера, я вам себя показываю, не зря у меня беленьким написано, вера и беленьким все это, а дела, кровь, красненьким я не зря пишу, это дела жизни поэты, это дела упования и любви. Вот ты к вере к этой, к истине, к учению, ничего не прибавляй, не убавляй. Подрежь эту гору всех преданий человеческих и выкинь ее на помойку. И спасись, опомнись. Наполни ее, и если ты не знал, был невежественным, займись Евангелием. Евангелием, не посланиями. Сначала займись Евангелием. Изучи жизнь и учение Иисуса Христа, именно которым ты и спасаешься, от которого ты рождаешься, в которое ты веришь. Спасение, вера – это одно и то же. Это только зачатие, только начало. А потом иди по этому пути, не уклоняясь ни налево, ни направо. Ну, я надеюсь, это я тоже. У меня есть ролик, есть картинки. Я, может быть, сюда что-то добавлю. Постараюсь. И еще, что я хотел сказать, все забываю. А, и последнее. Это как и Ветхий Завет мы с вами посмотрели, я вам показал. Вот Иоанн Креститель, весь этот Ветхий Завет и весь новый, как предрек. Ну, это говорил Бог в, Ветхом, в, книге, в писаниях Ветхого Завета, мы это читаем, да, вот, иудеям. И Иоанн Креститель с этого начинает. И именно с этого начинает, потому что именно из-за этого убили Христа, потому что гора понавешали, при этом под этой горой вот такая вот дырка, то есть нет учения Христа, полная гора учений человеческих, и кто куда придет. Надо убрать учение человеческие, свой ров наполнить себя через учением Иисуса Христа, ибо Он источник воды живой, Он только тебя наполнит и идти этим путем, не уклоняясь, не хромая ни на левую, ни на правую ногу, а прямым путем, твердой походкой идти куда? За Христом прямо, уповая на Бога во всех своих делах жизненных и любя всех вокруг. Добрыми делами любви, подаянием всякому человеку и достойному недостойному. Никого не судить, не злословить, не поносить, не клеветать, во всем интернете одна клевета, осуждение, поношение и обличение. Ничего этого мы делать не имеем права. Христос этого не делал и этому не учил. Это надо всегда себе запомнить. Если не знаешь, не видишь, не понимаешь Писание, спроси старшего, кто понимает, кто видишь, кто понимает. Поищи такого, помолись, Господь тебе укажет человека общайся с братьями, не позволяй сесть себе на шею, сам никому не вздумай садиться. А вообще, конечно, обратись к Богу живому. Он подает мудрость тебе и открывает единственный, кто откроет тебе ум к разумению Писанию. И с чистым сердцем все, что тебе будет Господь говорить, не вздумай этого не соблюсти. Тебе скажет бросить культ, бросай. Он тебе скажет подать даже самому извергу, подай. Слушай, что будет Господь тебе говорить в сердце. Если ты его туда впускаешь, так и живи по нему. Новый Завет. Послание апостолов. Гениальное. Шаблон для проповеди и для самого христиана место молитвы может. Это второе послание, предсмертное послание апостола Петра. Предсмертное, я вам напоминаю, помните, он там сам пишет, что как уже Господь мне открыл, что я заканчиваю свой земной путь, как и Господь мне открыл. Стих я не помню какой. Гениальная формула. Во-первых, Петр говорит, я вам всегда это показывал, я раб и апостол. Я раб. Раб делает, что говорит ему господин, то есть он сам соблюдает, и апостол, и он учит и благовествует. Он сам соблюдает учение Христа, ничего не прибавляя, не убавляя, идя по нему ровно, и учит этому. Что дальше он говорит? вера. Вера однажды принимается, как мужчина, однажды женщина от него зачинается. Вера это еди, еди, он говорит, единожды принявший со всеми с вами равно драгоценную веру для всех, мы один раз приняли. Да. Ты зачался от Слова Божьего, он вверху пишет, и он же Павел, Петр же сравнивает его сам с семенем божественным, нетленным, пребывающим во век Словом Божьим, а нетленное семя человеческое. Да, это зачатие, вера. Да, ты зачался причаститься божеского естества, войти в вечное царство Господа и Бога нашего Иисуса Христа, стяжать Его любовь в себя, познать Его, умножиться и возрасти в Нем, он какие только слова не приводит, они все у вас сейчас на экране. Можно только как он говорит. Вот в этой равно драгоценной однажды принятой вере, через добродетели, но это двусоставное слово, добрые дела, с рассуждением, естественно, отвержением себя, что и означают эти два слова воздержанием и терпением, явить благочестие, благочестие, святость, вы знаете, это одно слово — в Ветхом Завете они всегда синонимично употребляются. И когда говорят благочестивый, там перечисляется всегда пророки, перечисляли в том благочестии и перечисляют заповеди любви к ближнему. То есть это и есть благочестие, святость в любви к ближнему. В этом благочестии что мы показываем? Боголюбие? Нет, братолюбие. И в этом вере мы показываем свою любовь к кому? Ко Христу. В вере мы показываем любовь к Богу. Через добрые дела, к ближнему. Я, я опять же то же самое говорю другими словами: мы проверяем. Ну, и, говорит, он таким образом вы не останетесь без плода в познании. Я уже только что специально собрал все эти слова. Что все эти слова он собрал, прям как будто тоже из Нового Завета. Это есть уподобление Богу и прочее-прочее. Он говорит: кто так делает, тот не, а кто не делает, тот забыл. Забыл, что Бог, Иисус Христос, Бог есть любовь. Потому что тот забыл об очищении грехов Своих. А вы помните, кто может прощать грехи, кто, кроме Бога? В одном опять у Петра это предсмертное послание, оно просто гениальное. Тот забыл об очищении грехов своих, он говорит, тот забыл, тот забыл учение о том, что Иисус Христос, Бог, есть любовь. То, что прощает грехи только Бог, а прощает он, потому что он любовь. Поэтому тот, кто не подвязается в этом, он говорит, тот забыл, я вам другими словами скажу, только что я их прокомментировал, почему я так говорю. Тот забыл, что Иисус Христос, Бог есть любовь. Забыл. А кто делает, тот помнит. Все, вот вам 11 стихов гениальных второго послания Петра. В духе он говорит, абсолютно в духе. Господь и Бог наш Иисус Христос на прощальном ужине ученикам говорит все то же самое. Кто любит меня, заповедь одна, нераздельная, кто любит меня, тот исполняет мои заповеди. Мое слово соблюдает мои заповеди. И заповедь говорит одна моя. Сказал им на прощальном ужине, что потому узнают, что вы мои ученики, потому что будете иметь любовь между собой. Ибо заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так любите друг друга. Это все Христос говорит, я вам дословно цитирую. Выходит даже с прощального ужина, поднимаются они, встают и выходят, он им опять говорит два раза. Еще два раза, пока они идут, он им еще раз два раза повторяет. Заповедь даю вам, да любите друг друга. И еще раз там в другом стихе. Это вот они идут в Евсиманский сад. Он им еще раз говорит заповедь, там два раза он в 16-17 главе повторяет. Гениальное послание апостола Петра. Он то же самое сказал. Только он сказал опять наоборот. Любовь ко Христу, и что вы в него верите, явите братолюбие. Любовь в вашей явится по вере, конечно же. С чего начинается любовь ко Христу? Он в конце закончил любовь. Это любовь ко Христу. И как будто зацикливают. Хотите, прочитайте сначала. Христос сказал все любите меня. Вот мы читаем Петра с конца. Любовь свою, как видите, Он говорит, соблюдай заповеди. И Петр сказал, правильно Петр говорит. И все, и Павел ссылаются, вот, праведный веру жив, да. А где эта праведность? Вы посмотрите по списочку-то. Праведность и благочестие, святость – это все одни слова, вы прекрасно знаете. Праведник, святой, благочестивый, все эти слова синонимичны в библейском контексте, одинаковый смысл имеет. Оно на каком месте? А то вера, мы делами не спасаемся. Нет, после веры у Петра идет добродетель, добрые дела. С рассуждением, отвержением себя, то есть воздержанием и терпением. Ты праведность, он говорит, праведный верой жив будет. Вот этот праведный, да, живет этой верой. Ты праведен по вере. Почему? Сначала надо поверить. Ты никогда не станешь праведником, благочестивым, святым. Ты никогда не будешь соблюдать заповеди любви к врагу, если ты не поверишь в Бога, что Иисус Христос – Бог любовь. Если ты в это поверишь, и что ты должен делать то же самое, он тебе сказал делать то же самое, ты все это Евангелие примешь, да, ты праведным станешь по вере. Но не забывайте, что у Петра между праведностью и верой есть добрые дела с отвержением себя только тогда ты становишься праведным. И эта праведность твоя выражается в чем? В братолюбии. И этим открывается твоя любовь к Богу. Петр, как и Христос, Бог наш, я вам говорил, никогда не учил любить Бога. Никогда Иисус Христос не учил любить себя. Никогда. Я не хочу, этот ролик будет опять отдельный. А может, ты не отдельно что еще поговорим? Поговорим. Никогда Христос не учил. Заповедь возлюби Господу Богу всем сердцем, Господь просто цитирует закон. Закон, в котором говорил Моисей, это Моисей сказал, это не говорил Бог. Бог даже в Ветхом Завете не учил любить себя. Христос никогда не говорил, что Он любит Бога. Христос никогда не говорит, что, он любит, что я вас люблю. Вот мы друг другу целыми днями «я тебя так люблю» и по башке бьем тут же. Христос так не делал. Его вера в Бога и его любовь, он говорит, познавалась по делам. Реально по делам. Он не о любви говорил, он это слово не произносил. Он когда на кресте висел, я вам напомню, на распятии, он не сказал «мама, как я тебя люблю», что он сделал? Он маму свою вручил брату, другу, ну, брат, он, возможно, двоюродный был, он богослов ему, другу и ученику. Он не кричал, Иоанн Богослов, братец, как я люблю тебя. Он ученика своего верил своей маме. Когда разбойник покаялся и стал исповедоваться, Христос не кричал ему, Да, любимый мой разбойничек, теперь ты тоже, я так тебя люблю. У нас пастырь с кафедры только и любят кричать о любви. Он ему что сделал? Дело любви. Он сказал, ныне же будешь со мной в раю. Христос не кричит о любви, он ее делает дела любви. Он не кричит, как я вас люблю, враги мои, мои поносители, убийцы, распинатели. Он молится Отцу Небесному и говорит, Господи, ты им прости. Это Сын Божий молится, значит, Бог не может не простить, не выполнить просьбу люб любимого сына. Он говорит, ты им прости, потому что они не знают, что они делают. Они что, не знали, что они делают? Слово «знание» в Библии означает познание, соединение с Богом. Они не знают, потому что они не знают любви. Они не понимают. Человек без любви безумен. Он не понимает, что никакому Богу, даже убивая богохульника, каким они считали Христа еретика, не любящего и неверующего в ихнего Бога, какого они уже придумали, и не любящего, по их мнению, этого отца небесными делами культа, именно за это его распинали, богохульника. Богохульника. Поэтому все нынешние внесистемные проповедники Евангелия, чистого Христового Евангелия, его жизни и учения, и идущие его путем, всегда будут гонимы. Всегда. И всегда будут распинать и ругаться. Они же не веруют в того Бога, которым предлагает конфессии. Они же не любят того Иисуса, которого предлагает им их не пропаганда конфессиональная. Да, им нужен чистый Иисус, который не рубил никому головы, который никого не обличал, не осуждал, не злословил, не поносил, не пересуживал, не сплетничал. Да. И который считает, что Иисус Христос за три с половиной года – Сказал все, что нужно было сказать. И в Евангелии написано, Духом Святым и промыслом Божиим, все, что нам нужно знать. Да. Такие богохульники всегда будут висеть на крестах и гореть в кострах инквизиции. Всегда. Христос ничего не делал. Он делал только Дела. Дела. Он не спасался верою, он не исповедовал ее. Почему? Ему не надо было каяться и зачинаться от Бога. Он был Бог. Вера – это только зачатие, только начальная точка жизни человека. По этой вере он живет. Если он не живет, это дерево без плода будет срубаться и бросаться в огонь. Об этом сказал сам Господь. Мы не кричим о любви и о своей вере, а являем ее делами. Именно этот цвет добрых дел светит перед людьми, и они прославляют Отца Небесного. Именно об этом Христос говорит ученикам на прощальном ужине и по дороге в Гесиманский сад. Он говорит, как я прославил тебя, так и я прославлюсь в них. А как он прославлялся? Читайте Евангелие. Одними делами. Божественной силой он всех кормил, упоевал, исцелял, изгонял бесов, укращал стихии. И то не просто так. Он не просто так горы двигал с места на место, нет. Он укращал бурю, бурю, когда тонули ученики. Это дело любви. Вот так вот. Ну, в принципе, достаточно я всего сказал. Все уже разные затронул. Ну, пусть основное хотел на слово Божье. И надо понять, что слово Христово достаточно любому христианину. Все остальное мы рассматриваем через эту призму. Вот вам Петр. В духе написал, все в духе, абсолютно. Дальше его послание заканчивается, не заканчивается, вся его масса основная, и посвящена лжеучителям, лжепророкам, лжебратьям и наглым ругателям. Это вот те, как раз вот от этого он говорит потом, начинает каждого, будет вас отвращать от веры, вот от этой истины, будет вам наворачивать или подрезать вот это учение, что Иисус Христос – Бог, любовь, а вы – люди, Его образ, дети Всевышнего, все боги, и уподобиться вы можете только святостью какой? Любовью к человеку, ну и ко всему мирозданию. А то мы позабыли всех, и животных, и природу, все на свете. Ну, естественно, выше всего человек. Но на самом деле тот, кто корове между глаз топор вставляет, никогда никого любить не будет. Это все иллюзии. Кровожадность еще никого святым не делала. И не надо мне приводить там в пример людей, там опять пророков. Это все, все это Бог будет судить, конечно. Вот, но надо понимать, в святости нет совершенства. Не надо смотреть на плохие примеры, надо смотреть на хорошие. Ну ладно, затягивать не буду. В принципе, все, что мне Господь на сердце положил, я вам передал. Все, давайте поблагодарим нашего Творца, Создателя, любящего, любящего Бога нашего, любящего делами, и мы должны уподобиться Ему в том же самом. Господь мой и Бог наш, живой и неизменный в Слове Своем, Иисус Христос, Бог-любовь, воля Которого – Слова и дела неизменны, чтобы все мы были счастливы. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи, я благодарю тебя за все, за всю любовь твою, за эту трансляцию, за слово, которое подаешь негодному работу твоему. Слава тебе, Господи, слава тебе. Господи, я благодарю тебя за всех братьев и сестер, за всех, кто слушал этот ролик. Все твои благословения прибудут на всех нас, всех людях на земле, но особенно на всех детях Твоих, алчущих и жаждущих Тебя, и жаждущих уподоблению Тебе в святости, любовью ко всем и каждому, добрыми делами, всеми теми дарами, которыми Ты подаешь нам для Твоей славы, забыв, отвернувшись себя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господь мой и живой Бог, любовь наш Иисус Христос, всегда во веки веков, вчера, сегодня и завтра, всегда посреди нас. Он живой Бог, помните об этом. Но живого Бога можно познать только по одной формуле. Вы помните, как я вам привожу слова Божьи и в Псалме, и Христос об этом говорил. В день скорби в Псалме сказано, ну, в любой нужде тебе нужно знание, пища, хлеб, вино в символах, то есть жизнь радость, учение, защита, исцеление. Призови меня, я избавлю тебя, я тебе то есть подам. Вы помните, как Господь говорил, я все вам дам, что не попросите во имя мое. И ты прославишь меня. Простая схема, простая схема. И все это надо употребить. Ну, что-то для себя, вот им тебе же нужно там тоже и здоровье. А так ты всеми, всем, что тебе подает, всем неправильным богатством, через любовь к окружающим нам людям, это все люди на свете мы и усовершаемся, уподобляемся вот этому Отцу Небесному нашему, который подает всем, всем, даже самым негодяям. И причем просто и без упреков. Ну все. Всех храни Христос. Я... Все, кому понравился ролик, ставьте лайк. Кому не понравилось, все равно ставь лайк. Когда-нибудь вспомнишь мои слова что какую-то, может быть, пользу тебе дали. Делитесь в социальных сетях, там, в Ютубе, на страничках, где хотите. Все мои адреса канальчиков наверху. Подписывайтесь на Христолюб, Христолюб Лайф, на беседы. Смотрите, что там считаете нужным. Все мои контакты для связи внизу. Я всем всегда раз. Сучитесь в личку, в скайпе, Давайте знакомиться, дружить, общаться. Ну а все полезные ссылочки на какие-то ролики или на плейлисты я добавляю всегда справа. Ну все, всех нежно целую, крепко обнимаю. Пока-пока.